Красно! Знаете, когда я вспомнил, я работал еще совсем молодым, мне было 19 лет, я работал реставратором в Эрмитаже, да? И там были скамейки очень длинные, большие. Очень высоко собираешься, да? Очень-очень высоко. На этих самых, на лисы называется. И потом, когда ты залезешь на самую высоту, ты все озерцаешь вниманием. И самое интересное начинается, когда начинает яйца болеть очень сильно. Даже не болеть, щекотно очень становится. Во. Это ужасно. Как преодолеть высоту? Что? Спрыгнуть откуда? Ну правильно, да, с парашюта, верно, все, верно. С парашюта.